В Саратове в ходе оперативных мероприятий сотрудниками управления наркоконтроля Главного управления МВД России по Саратовской области были задержаны двое жителей областного центра, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. Чем ты занимался? Хранил. Когда надо, выносил мелким распространителем. Какая твоя роль была вообще? Забрать и разложить просто по адресам. У одного из мужчин при себе находилось более 40 граммов героина, который, как установили полицейские, предназначался для дальнейшей продажи. В квартире у другого стражи порядка обнаружили и изъяли еще более 1,5 килограмма героина, что подтвердило исследование, проведенное сотрудниками экспертно-криминалистического центра «Главка». В настоящее время отделом проследного преступления на территории, обслуживаемой ОП номер 5 составе МВД России по городу Саратова, СУ МВД России по городу Саратова, возбуждено уголовное дело по факту приготовлению к незаконному сбыту наркотических средств. Часть 3 статьи 30 пункт Г, часть 4 статьи 228 прим. 1 УК РФ. Данная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет. В настоящее время следствие продолжается. Юлия Ермакова, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.